И в продолжение темы детства в Новосибирской области создадут специальные условия для обучения подростков с ограниченными возможностями здоровья. В преддверии последних школьных звонков глава региона озвучил журналистам планы развития региональной системы образования. В этом году выпускников в школах на 11 тысяч больше, чем было в прошлом. По мнению экспертов, их количество будет только расти. Поэтому строительство новых образовательных учреждений и расширение действующих – приоритетная задача, отмечают в правительстве Новосибирской области. Отдельным вопросом стало доступное инклюзивное образование. О том, что уже сделано, сегодня журналистам рассказал губернатор. Правительство области утвердили в феврале месяце нашу концепцию развития инклюзивного образования для ребятишек с ограниченной возможностью и с инвалидностью. Надо сказать, что это вообще-то мы первыми утвердили в России такую концепцию свою. Сейчас разрабатываем положение о порядке реализации концепции. Концепция предусматривает создать доступность, максимальную доступность для вот такой категории ребят, а их большая, к сожалению, категория, количество ребят, которые с ограниченной возможностью, с инвалидностью. И поэтому учитывать вот эту специфику ограниченности по возможностям для доступного образования – это непростая система, задача, но я думаю, что мы с ней справимся, потому что у нас очень хорошие заделы.